ВАЗ-2104 – классика отечественного автопрома. Расцветка, конечно, далека от заводской. Видимо, дизайнер-самоучка посчитал, что именно так должна выглядеть спортивная машина. И пусть гоночных треков поблизости не оказалось, но данный факт водителя не остановил. Его лихие виражи, развороты и дрифт на парковке едва не закончились трагедией. 15 февраля 2020 года в утренние часы водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2104, совершал опасные маневры, тем самым создавая угрозы всем участникам дорожного движения. Сотрудниками полка ДПС данный водитель был задержан. Также установлено, что им является мужчина 2000 года рождения. В отношении правонарушителя возбуждены дела об административном правонарушении и составлено 4 административных материала. Как оказалось, уличный лихач не имел права управления транспортным средством, а на автомобиль отсутствовала страховка. Также инспекторами были выявлены неисправности, наличие которых не позволяло эксплуатировать машину. И ко всему прочему, водитель категорически не признавал ремень безопасности. Сейчас его спорткар находится на штрафстоянке. За руль дорожный лихач сядет не скоро. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.